Так, друзья, спецучасток, какая-то тут жесть. Тут что-то шанса вообще немного. Вода проступает. Сейчас будем смотреть. Первый самурай открывает. Еще колесо джипера не ступало. Ну, он самый легкий. Под правой лентой будет пробовать, наверное. Пошел. Шансов нет, да. Короче, шансов нет, называется, да? До деревьев лебедится. Ну, сейчас на якоре. Стаи поедем. Может, под краем, под лентой попробовать сейчас. Подтянется чуть-чуть с поворота. Так, Паджеро Спорт. И тоже недалеко. И не быстро. И не быстро, да. Ну, пытался быстро, но не получилось. Его! Вот сюда, под краем, там и якори. Под краю так и якори. Да, тут жестко. Я стою в воде уже. Жестко, мягко. Конкурент. Как приятно, водички чистенько. Так, спорт зацепился. Пытаются ехать, да, все, вес решает, но даже такая легкая машинка тут не едет пока. Так, штурман начинающий. Пашет землю там. Якорь не держится. Ух ты, лихо вышли с поворота. Что-то вообще диагоналка. Никуда не едет пока. Пошел. Переднее что-то правое колесо ни разу не прокрутилось там. Так, вот это серьезная машина. На коксе почти. Ну хорошо пошли. Красавчики. Там серьезный экипаж. Выскочили. Самурай. Не работает, передний мост не работает. Только зад, понятно, не поедет по такому, даже самурай. Работает? А, ну зара. Справа не работает. Шлюз там подклинил, видно. Так, на финиш. Правый шрус, наверное, Андрюха. Не, у него как подклинено колесо переднее, не крутилось вообще. Правое переднее. Да. Чуть не проехал.
421 мотор там. Коробка раздатка УАЗовская. Иштехно понижение. Кит в раздатке, задняя блокировка. А не заработало переднее колесико? Заработали, да. Заработали. Тапочек засосало мой. Блин, сложно тут передвигаться. Очень вязкое болото. Зарядка пропала, в общем. Все одно к другому. Смотри, тут более тяжелое. Не знаю. Вязко очень. Сейчас увидим кого-то. Ремень он слетел и кипеть уже начинает. Ну, газик идет. Самурай почти не идет. Вот пытается. Красивые фонтаны запускает. Ну, пошел. И глубина небольшая на самом деле. Зацепился. Пошел. ГАЗ-69 тоже. Да, вот так здесь раз и ушел, да? Неожиданно, да? Не хочет заводиться. Квадрокоптер очень крутой, быстрый. Так, газик идет на финиш. Ну, неплохо тоже. Ну, почти завелся. Газ закончился. Есть. Завелся. Идет, идет, идет. Пошел. Кто там? ГАЗ-69, В8. Подожди. Тапочек. Тапочек потеряли. Целый день я был чистый. И в конце уже ходим по болоту. Не всегда тебе чистым ходить. Да, это очень редко бывает. Еще, еще, еще. Так, и вот коридор, выход. Еще. На финиш. Там финиш, да, наверху? Всего-то. 21 минута, 48 секунд. Ну ничего пока что. Посмотрим, что покажут остальные. Главное доехать. Пока сложновато. Шестьдесят девятый на механике. Пошел же трос отцеплять. Закусила, наверное. Закусила чуть-чуть. А там в трубе. Так. В8 на финиш. Ну, Леха, блин, почти проехал. Да надо было раньше стартовать просто, чуть живее зайти. Ну, подтянуться сейчас. Трос заклинил, прыгают на нем. И самурай погружается. Ох ты же, елки. Ранил! О, катушки погорели. Шурпа будет!
Да, стреляет хорошо. И заглохло. Да ну не сильно в чистом. Ну давай. Возьмите это. Да втроем, вдвоем, втроем дергните. Монгол, 26 минут. Да нормально. Что ничего страшного, быстрее давай. Понимаю. Сейчас будешь вытягивать свои. Я? Ну не я. Да, ну через месяц высохнет. Так, пришли. Якорь. Да, хорошо закусило. Крокодила. Пиявка. Там свободная стоит, Андрюх? Да, да там вообще вымотан. А, я понял. Так, еще бы завестись. Не мешало. Да, не мешало. Да не, ну это серьезная давай машина. Его, давай толкать. Может поедет сам. Давай, пробуй, разгазуй. Сейчас. А ну не давай. Не копай. Сейчас будет толкать. Егор, зачепим? Да нет, подожди. Не, подожди. Чуть-чуть еще. Дай чуть-чуть. Есть. Давай, Маш, чуть назад. Ой! Трос вытащу. Поехали! Куда поехали? Сам же едь! Едь сам, Андрюха, на лебеденьке! Очищай! Да, болото качественное. Где тут оно заканчивается? Плавун, да? Плавун. Ого. Кто он и не ехал? Ну понятно, что ты хочешь.